Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем на проекте Родина Реплей, Центральный округ. Мне здесь Кирюха Полканов. Не забывайте вводить по ним по регистрации. Также можете вводить мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня я вам покажу способ заработка. Это одна из прибыльных работ, на которой можно заработать новичком очень неплохие деньги. А сколько именно, мы сегодня в принципе узнаем. Я поеду, получается, на ферму и буду там работать ровно 1 час. И посмотрим, сколько денег я смогу заработать за час. Я честно не знаю, сколько там платят, но вроде бы как это одна из прибыльных работ, и я обязан ее проверить, чтобы вы сами, в принципе, в этом убедились, и я об этом знал, и чтобы если кто-то меня спросит: Кирюха, а где можно, блядь, заработать баблишко новичку? А я вам отвечу то, что, допустим, на ферме. И сейчас мы поедем на ферму и посмотрим, что вообще из себя представляет эта работа. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Короче, пацаны, тут подписчика встретил Марк Кустов, тебе большой привет. Он спрашивает, что я, как дела, куда. Давайте напишем ферма. Сейчас поедем на ферму, будем работать. Я вам покажу, где находится эта работа. Потому что, честно, я вообще не знал то, что на родине есть ферма работа. Я случайно ее нашел на стриме, на шахту едет. Да, я для видео, давайте напишу. Там больше платят. Ну, мы шахту тоже, пацаны, проверим. Но сначала я хочу проверить именно ферму. Потому что на шахте там лучше всего работать, когда очень мало людей. Вот как бы Арзамас. И вот как бы я вот здесь нахожусь. И здесь получается есть вот поворот. Сюда вы поворачиваете и едете в самый конец просто. Едете в самый конец, и там будет данная работа. Здесь, скорее всего, я думаю, в обнове будут дома. Я здесь, кстати, домик купил бы на самом деле, потому что место такое интересное. Есть здесь парковочка. Так, здесь уже есть люди, которые тоже здесь работают. Короче, что вам нужно сделать, чтобы работать здесь? Подходите вот к этому NPC. Здесь можно продать хлопок, продать лен. Хлопок и лен — это то, что мы будем собирать на этой ферме. Надо у Феди купить, получается, вот такой инструмент. Я знаю то, что есть, я так понял, типа грабли именно другие. То есть уникальные какие-то грабли, с помощью которых идет X2 зарплата или что-то типа того, мне говорили. Я точно не помню. Короче, есть какой-то аксессуар грабли, с помощью которых вы сможете на этой ферме зарабатывать в 2 раза больше. У меня этих грабель нету, поэтому я не смогу это проверить. Вот, короче, что вам нужно делать? Просто подходите, вот, просто нажимаете Alt. Так, вот, допустим, подходим, нажимаем Alt. У нас это занимает буквально немножко. Вот, быстренько хоп-хоп-хоп. Просто там по 5 секунд у нас это занимает. И все, кустик мы убираем. Так, вот, быстренько этот кустик сейчас убираем. И за счет этого мы просто зарабатываем деньги. Реально очень легкая работа. Прям максимально легкая. Насчет шахты я запишу отдельное видео тоже. Я постараюсь записать. Но так, ферма, как бы, это довольно-таки легкая работа. И здесь можно заработать, в принципе, неплохие деньги. Как бы цены мы видели только что у фермера, поэтому сейчас я вам даже покажу, сколько мы заработаем. Все, мы заработали 13 тысяч, понимаете, за 2 минуты 13 тысяч. Это очень-очень-очень выгодно, поэтому сейчас засекаем время. Так, сейчас ставим, пропишем. Время сейчас получается 11:37 по МСК, то есть 12:37 мы должны будем закончить. Ну что ж, прошло уже полчаса, и что я могу сказать насчет этой работы? Я думал, будет полегче, потому что, когда я сюда приехал, здесь никого не было. Но сейчас, кроме меня, здесь еще 3 человека. То есть, реально большая конкуренция, и толком зарабатывать я не могу, потому что люди тоже приходят, собирают лен, собирают все остальное, и у меня не получается нормально зарабатывать. Просто за лен платят меньше, чем платят за другое растение, я не помню, как оно называется. Но я уже поработал полчаса, и я не знаю, сколько я заработал, но, видите, я сейчас лен собираю, но потому что еще другое растение не выросло, потому что его просто быстро собирают. Реально, очень быстро собирают, и я не успеваю. Поэтому я собираю то, что есть. Я просто не стою на месте, не жду, пока оно вырастет. Я просто собираю то, что есть. Что я, в принципе, и вам советую. Хлопок дороже, чем лен, поэтому хлопок все собирают. Но пока что хлопка нету, поэтому я собираю лен. Как я вообще работаю, чем я занимаюсь? Я просто смотрю ютубчик, как бы, и просто нажимаю Alt, пацаны. Вот как-то так я работаю, и, в принципе, работа реально очень легкая. Но я думаю, мы заработаем где-то, ну, тысяч, наверное, 500-700. Ну, где-то в районе этого, я думаю, мы заработаем. Прошел ровно час, я поработал.
Работа реально такая легкая, просто максимально легкая работа, мне все понравилось. Сейчас, короче, телепортируюсь в банк, чтобы положить все свои деньги, и уже будем продавать хлопок, и посмотрим, сколько мы все-таки заработали денежек. Реально, пацаны, всем советую здесь работать. Сейчас еще посмотрим, сколько заплатят. Если заплатят 1500-1700, то работа реально очень кайфовая, потому что я просто сидел там, смотрел ютубчик с телефона, и реально работа просто легко шла, просто максимально легко. Для меня этот час пролетел как просто 10 минут. Реально, работа мне очень сильно понравилась. Так, я собрал 830 хлопка, пацаны. Давайте его продадим. Так, 830 хлопка продаем. 500 тысяч, пацаны, просто на ровном месте, понимаете? И я заработал 636 тысяч. Как ты летаешь. Все, пацаны, читы, ебать. Понимаете, читы просто. Просто читы заюзал. Короче, я заработал 636 тысяч. Но если бы я работал один, и мне бы не мешали другие игроки собирать хлопок, я бы заработал 1700-800. Я вас в этом уверяю, то что если мне бы не мешали другие игроки, я бы заработал на 100-200 тысяч больше, потому что хлопок реально дороже, чем лед. А если еще купить грабли, которые именно уникальные, которые дают x2 заработок, то вы сможете зарабатывать спокойно 1 000 000 в час, даже больше. Поэтому как бы работа классная, всем советую. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.